Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжа-пряжа.су. Сегодня подготовили такую красивую ажурную резинку. Подойдет для вязания абсолютно любых изделий, плечевых. Также можно использовать ее для вязания аксессуаров. Держит форму хорошо. Пряжа, из которой вязали, это носочная пряжа. Можно такой узор, также резинку использовать для носочков. Alize Wool Time. Оформить заказ на пряжу можно по ссылке, которая будет внизу в описании под этим видео в инфобоксе. Магазин пряжа.су. Можно посмотреть ассортимент и также оформить заказ и посмотреть цветовую палитру Alize Wool Time. Давайте приступим к вязанию. Узор вяжется очень и очень просто. Здесь вначале идет резинка 1 на 1 и далее основной узор. Раппорт всего лишь 2 ряда повторяется и 3 петли. Набираем число петель кратное 3. Я еще также набираю плюс 1 петлю для симметрии и 2 кромочные. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Одна петля у нас распустилась. Так, 15 петель. И провяжем один установочный ряд. Вязать его не обязательно. Если вы вязали резинку и далее продолжаете вязать узор, тогда можно без установочного ряда. В начале вязания мы его провяжем, повторять не будем. Кромочную петлю снимаем и провязываем все петли изнаночные до конца ряда. Так. Посмотрим. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, правильно? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 петель. И провязываем до конца ряда все петли изнаночные. Раппорт вяжется очень просто, запоминается легко. В начале кромочную петлю снимаем, в конце кромочную провязываем изнаночной. И приступаем к вязанию первого ряда. Кромочную петлю снимаем, провязываем одну петлю изнаночную. Далее заводим спицу за 2 петли задней стенки, провязываем одну лицевую, держим 2 петли на левой спице. Теперь пересняли, только одну петлю спустили, и одна петля у нас остается. Вяжем еще одну лицевую. Это раппорт. Повторяем. Одна петля изнаночная. Из 2 петель за задние стенки провязываем одну лицевую. При этом одну петлю спустили, вторая остается, и провязываем одну лицевую. Повторяем раппорт. Одна изнаночная. 2 петли за задние стенки одной лицевой. Первую петлю спускаем и со второй пишем, вяжем вторую лицевую. Повторяем. В конце остается одна петля для симметрии, одна кромочная. Петля для симметрии вяжем одна изнаночная и петлю кромочную вяжем изнаночной петлей. Переходим к вязанию второго ряда раппорта. Кромочную петлю снимаем, одна для симметрии петля провязали, одну лицевую, и теперь вяжем раппорт. Нить перед работой петлю пересняли, одна изнаночная и одна лицевая. Повторяем раппорт. Нить перед работой петлю пересняли, одна изнаночная, одна лицевая. Повторяем. Петлю пересняли, изнаночная, лицевая. Последнее повторение. Нить перед работой петлю пересняли, одна изнаночная, одна лицевая. Петля кромочная, провязали ее изнаночной. Все, раппорт есть. Посмотрите, как хорошо уже даже смотрится резинка. Покажу еще раз основной узор. Хорошо будет смотреться и в ярком, и в темном, и в светлом варианте. Пряжа Alize Wool Time. Оформить заказ можно по ссылке внизу в описании под этим видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы нас не потерять.